Как вы поняли, мы снимаем сегодня вторую серию. Предыдущую серию вы, наверное, смотрели. Вот будет. Мы почти дошли до места нашей. Вот стоянки. Так у нас с обратной стороны эта стена выглядит. Ну, там немного надо заткнуть щели. Камни у нас есть. Сейчас посокидываем. Вот так у нас выглядит теперь место ночлега. Можно спокойно спать. Сейчас поселим художество средневековья, точнее каменного века. Рисовали укрём. С правой стороны внизу это река. Рисование есть. Кончается. Хорошее. Будем рисовать как-нибудь. И да. Смотрите, что нашел. Красотень, да? Сейчас резко с настроем. О! Глубоко. Прятаться можно. И строить. Кстати, строить ничего не надо. Костер. Сейчас попьем чаю. И сходим на разведку. Вон в тот район. Посмотрим. Вот под, там дерево виднеется, если вам видно. Проверим те места. Потом здесь я разведку что проводил в первой серии, но это за кадром осталось. Ну и подойдем к скале поближе, он в тот место, там похоже тоже есть пещерка. Проверим то место. И посмотрим еще что-нибудь. У меня подозрение, что там что-то еще есть интересное в том районе. Посмотрим, что там дальше по ущелью. И вернемся. И на этом, наверное, после разведки закончим вторую так, серию. Мы находимся рядом со второй пещерой, которую нашли. Она как раз на повороте ущелья. Кстати, вон там наверху я вижу еще третью пещерку. Но до нее далеко лезть. Сейчас попробуем слазить. И вот у нас продолжение ущелья. Вверху туман, а тут посреди кадра такой водопад небольшой и скалы. Там пещер не видно.